красные полотнища развиваются на ветру под звуки коммунистического интернационала. Хоть и нет больше такого государства под названием Советский Союз, они также верят во всеобщее равенство и чтут память Владимира Ленина. Основателю первого социалистического государства сегодня исполнилось бы 151 год. Возложить цветы к памятнику на площади перед горсоветом в Уфе собрались сотни единомышленников. День рождения Владимира Ильича Ленина мы отмечаем ежегодно. В прошлом году отметили юбилей, 150 лет со дня рождения. И как обычно, как при советской власти, мы заранее проводим коммунистические субботники. На той неделе в субботу, 17 апреля, в Уфе и в остальных городах и районах республики прошли субботники по уходу за памятниками Владимиру Ильичу Ленину. Где-то подкрасили, где-то подремонтировали. А коммунисты и города Уфы, мы работали в доме музея Ленина. На сегодняшний день в Башкортостане насчитывается 4500 коммунистов. Всех их объединяет идеология марксизма, которая продолжает оставаться основой нынешней программы партии. Члены КПРФ ратуют за увеличение пенсии, зарплат, дифференцированную налоговую систему поддержки пенсионеров. Я сама человек, не могу сказать, что я человек этого времени. Я больше придерживаюсь тех идеалов, тех ценностей, которые были при Советском Союзе. Вот для меня важно вообще отношение человека. Я вижу, да, ну, конечно, это все иллюзии, но я не хочу говорить, что это иллюзии. Я действительно верю в то, что народ раньше был честным, искренним. Они действительно верили в то, что будет социализм. Они действительно шли к этому. И вот у меня даже сейчас слезы наворачиваются. В прошлом году весь мир отмечал 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В честь этой даты были выпущены памятные медали. Но только в этом году в республике их вручили тем, кому дорога память о событиях 1917 года. Владимир Ильич Ленин не просто теоретик. Человек, который создал советское государство, создал коммунистическую партию, создал базовые ценности, основу, на котором были построены принципы развития нашего государства, нашей страны. Такие базовые принципы, как патриотизм, верность Отечеству, любовь к Родине. Именно такими лозунгами, которые были направлены на поддержку интересов трудящегося, мы до сегодняшнего дня продолжаем нашу работу. Сейчас, как и в советскую бытность, коммунисты по-прежнему в строю и работают, не покладая рук. Региональное отделение регулярно проводит тематические конференции, помогает сторонникам, берет шефство над музеями и мемориалами в республике, бережет традиции. Вот и сегодня в ряды пионеров вступили 2000 школьников. Некоторые удостоились такой возможности в доме музея имени Ленина. Именно здесь Владимир Ильич и Надежда Константиновна встречались с единомышленниками Башкортостана. Всегда готовы!